Ребят, всем привет! Короче, у нас чудо-чудно советского образца. Абсолютно новый протон. Ребят, я, короче, как нормальный пацан, засунул туда такого же года кассету. Внимание, слушаем. Можно по громкости, что хотите. Ля-ля, тополя, там все дела. Там что-то поет она вовсю уже. Ну, короче, ребят, смотрите, есть караоке микрофон, вы там что-то ля-ля-ля, запись пошла, вот так вот нажали, на кассету записали, все красиво, без беспорядка. Если вам этот аппарат жизненно необходим, конечно же, вы можете его приобрести. Цена вопроса 1000 рублей, и он будет ваш. Конечно же, вы можете поторговаться и забрать этот аппарат. Это чудо чудное, без, как это сказать... Без... Не, ну надо же было запариться. Ребят, без единой... Ёпта. Короче, ребят, вы просто можете его забрать без проблем. И если даже поторговаться, вообще шикарно. Можно еще на пивасик сэкономить, там потом забухать. И караоке, караоке, караоке петь. 93-й год. Если вам это надо, пожалуйста, приходите. В описании к этому ролику есть у нас адрес, там типа телефоны. Если хотите, можете забронировать просто в комментариях. Если впадлу бронировать в комментариях, можете просто позвонить. Если впадлу позвонить или не с чего звонить, вы просто придите в магазин, мы тут договоримся по-быстрому. Заберите аппарат дешевле, чем у всех. Подписывайтесь, чтобы ни хера не пропускать. Всем пока. Новый аппарат, просто шикарный, настолько вот все сделано грамотно, советский, ну я бы не сказал совсем прям советский, но 93-й год, прям чувствуется 93-й, все такое добротное, на взлет начинает, ну так делали, знаете, все такие максималочки, что ты за бред несешь?